барбарики, совершенно особенные персонажи с удивительно добрыми лицами и разлохмаченными разноцветными прическами. Они приехали в наш город, чтобы познакомиться с мытищинскими ребятами и спеть для них как уже известные хиты, так и новые песни. Мы прилетели с барбариками в Мытищи с планеты Барбарелла. Мы любим развлекать детей. Это наша работа. Некоторые песни они уже знают. И даже танцуют и поют под наши песни. Невероятно яркие эмоции, которые дарят юные исполнители, захватили всех. Поэтому у группы так много друзей и поклонников. Не только среди детей, но и взрослых. Здесь присутствуют детки с особенностями. Да, много деток, которых мы называем солнечными детьми. Это важно, выводить их в свет, показывать им прекрасное. И, соответственно, нашим детям тоже очень важно общаться с такими детьми, для того, чтобы понимать, что мир он разный, и доброта. А доброта – это и есть то, что барбарики несут в массы и в мир. Послушать песни знаменитых барбариков пришла Ирина Тихомирова с детьми. Многодетная мама воспитывает троих сыновей. Младший Адам – солнечный ребенок. Адам – самый младший ребенок. Назвали мы его в честь нашего прадедушки, потому что был прадедушкой, его звали Адам, а прабабушку звали Ева. И у меня есть брат, и мы договорились, что если у меня родится сын, я назову Адама, а если у него родится дочка, он назовет Евой. По словам Ирины, Адаму не нравится громкая музыка, но он любит мягкие игрушки. Поэтому на празднике он нашел укромный уголок, откуда в обнимку с плюшевым медведем наблюдал за тем, как его мама принимает участие в мастер-классе. Сегодня мы будем делать мастер-класс для мам, потому что им тоже нужен ресурс, чтобы оставаться счастливыми. Для этого мы будем с вами делать композицию. Пока Ирина создавала красивую цветочную композицию, за соседним столом занимался лепкой 13-летний Алан. Любим творчество и танцы. Ну, для солнечных деток это характерное качество. Инициатором и организатором праздника в нашем городе является Союз женщин России при поддержке администрации Мытищ. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и как можно больше улыбок, несмотря на все эти невзгоды, которые есть вокруг нас. Улыбайтесь чаще и делайте этот мир добрее. Праздник призван привлечь внимание к проблеме принятия особых детей обществом, а также объединить семьи, в которых живут и воспитываются дети с синдромом Дауна и аутизмом. Об этом нашей съемочной группе рассказала организатор мероприятия Людмила Кириллова. Мы еще вообще не видели такого прекрасного мероприятия. Дети рады, все взрослые, счастливы. Каждый нашел свое занятие. Кто-то участвует в мастер-классах для родителей, кто-то для детей. Кто-то смотрит шоу театра «Чудаки». Ну что, подоил? Подоил? Ребята, вы посмотрите! Полное ведро свежего парного молока. Аплодисменты! Ребята не только смотрели на ярких сказочных персонажей, но и сами участвовали в веселых конкурсах. А пока одни с любопытством наблюдали за приключениями чудаков, другие фотографировались с огромными белыми медведями. А здесь организована специальная зона релакса. Вот таких вот мишек ребята подходят, гладят, обнимают, фотографируются с ними, да и просто лежат и отдыхают. Позитивная поддержка со стороны семьи, друзей и общества позволяет особенным детям вести полноценную и продуктивную жизнь. Они удивительные, умеют тонко чувствовать состояние другого человека. Многие из них очень музыкальны. Дети дождя и дети солнца живут среди нас. Порой невзгоды льются на этих детей и их родителей, как дождь. Но главное – помнить, что после ливня всегда бывает радуга. Татьяна Горностаева, Максим Силаев, Первый Мытищинский.